закрытие охоты. Собираюсь я на закрытие охоты. Вот сзади меня, посмотрите, навалило снега, короче. Сегодня поедем с моими собаками. Вот он мой кобеляк, пират. Иди сюда. Вот она моя собака. Поедем на закрытие охоты. У нас сегодня выпал прям шикарный снег. Ну, он идет сейчас, конечно, температура около где-то плюс 3, плюс 4, плюс-минус, снег тает. Сегодня еще поедем с маленьким другом. Иди за боцик. Вот. Закатись. Иди. Вот она. Вот он, маленький друг наш. Сегодня его возьмем с собой. Кобельку 4 месяца. Только приобрели кутенка. Будем пробовать, как у нас охота будет, чего. Вон он, сзади меня. Кто себя? Вот скрыто. Сидит Валерий. Еще не знает, что на первый снег у меня, наверное. Вот такие вот делишки. Снег идет. Поедем, попробуем. Че, поедешь? А? Пес Барбос. Поехали. Все, окей. Отстегнем. Все. На галочку. Эх, уже побежал мой кабель. Че? Ай. Довольно. Вот. Поехали. Садись, пират. Давай. Вот они. Куда на сиденье? А ну пошли оттуда. Все, сейчас поедем. Снежок у нас идет. Все, сейчас поедем. Вот они. Раз. Едем на встречу с друзьями. Сейчас должны с ребятами встретиться и начать охоту. Так вот, сегодня у нас немного снега. Иди, пищи. Пошли. Эй. Ай, не нарадуется. Ну, а ты что сидишь? Пойдем. Эй, хлеб летит. Давай, иди поищи. Иди. Ты что сидишь? Эй, малыш. Пойдем, попробуем. Чего у нас там? Пойдем. Пошли. Боится. Ну, кабель, камыш ушел. Все, теперь будем ждать, пока он найдет нам звери. Вот так мы охотимся, вот наши камыши. Ну-ка поищи. Давай поищи. Иди. Поищи. Давай, Барбос. Иди, шарь. Малышка тоже с ним. Ну, я думаю, будет толк на следующий год. Если он уже в паре, должны смычки работать.
Босс. Ага, боссик. А, пойдем. Иди поищи. Давай, иди. Ну-ка. Давай прояви себя. Ну-ка, давай прояви. Чего там? Ну-ка, поищи. Где? Ну-ка, пират, давай. Пошарь, ну-ка. Где она? Ну? Арбас, пойдем, найдем шакалы. Не хочешь? Пошли за енотами, пойдем. Вода упала, мал-мал. Как на Титанике плывем, блин. О! Закрыть вот добыли лисичку. Ну-ка, Андрюх, подними ее, покажи, как ты ее. Вот, добыли лисичку. Вот Ванька. А да. Не-не. Собаки где-то там гоняют. Малышка еще не понимает вообще, в чем тут дело, в чем суть. Мы уже все, добыли ее. Вот. Лисичку небольшую взяли, так что сегодня не зря поохотились. Вот, ребят, смотрите, что бывает, когда жгут камышку. Тут была Лёшка, енота. Вот все сгорело. Так что смотрите, особенно для природы, кто ждет, как-нибудь доказывать их надо по-любому. Вот. Тут вот большой енот сгорел на Лёшке. Тут вот дальше старая ёжечка была. Её, видать, жалко, конечно. Собак где-то. Последствия пожаров. Оставить все за спиной и быть самими собой на территории сердца. Туда, где любят, вот приехали на свои старые места. А тут, смотрите, везде без малого это. Все сгорело. Где раньше охотились, ломали тропы. Все сгорело. Ну вроде бы у нас Андрюха был сейчас выстрел, собаки кого-то гнали. Тут кое-где, видите, как позади меня вот камыш, что горело. По горелому вроде бы была лиса. Две штуки, по следам две штуки. Выстрел был, Андрюха далеко от нас. Метров там 500. Выстрел был один. Если один был выстрел, значит это наверняка. И вот, потому что собаки уже тут, вот и кобель мой бежит уже. Значит, он его взял, Андрюха не дал просто лесу, наверное, трепать. Пират, иди сюда, иди. И вот такие вот делишки. Так что, ребята, сейчас будем ждать Андрюху, что она там расскажет. О, это лесовин хороший, да? Вот и тащи его теперь. Вот уже с участка вторую лису взяли. Волим, дай собакам. О, лесовин? О, да, да, видать ли какой. Лесовин. О, как он. Ну пусть собака попьет. Побегу, нравится как будто, да? Боцман, а? Гляди, уже знаю, что надо понюхать. Ну, рассказывай, как ты и стрелял теперь. Вышло! Да. А сколько бегал за ней, вся же шапка инием все покрылась. Прибежала. Куда она побежала? Еще добыли. Добыли лисичка. Да, добыли мы две лисы. Уже, можно сказать, скоро домой. Снег,
Как вы видите, уже растаял, выскочил заяц. Ну, естественно, по нему стрелять никто не стал. Вон Ванька идет, Андрюха. Кобель только сейчас пришел. Где-то мы его там потеряли, минут на 30-40 он задержался. Места исследовал, потому что сначала он что-то гнал, потом потерял, мы его стали ждать, но он пришел, пустили опять камыши, опять начали охотиться. Вот, не знаю, что-то не бегают, нюхают. Ну как, видите, вот снега уже не, вот бугор немного, еще в снегу, а вот низина, где солончак, уже все. Нету снега. Время часа два дня, плюсовая температура. Ну так, давайте. В моих руках этот телефон. Блин, на мотоцикле решили, кто хотел переехать. Ну да. Урал или Днепра. По снегу, да? А, Юпитер, что ли, да? Легким мотоциклом. Вылезли. Что там, переехали, что ли, через воду? Эх, колеса помыли. Вот и все. Закончили мы охоту. Едем домой. Добыли две лисы. Снег растаял полностью. Плюсовая температура, аж в машине жарко. Едем. Все, отохотились. У нас произошло закрытие охоты, довольны. Больше не стали стрелять. Надо и на следующий год обязательно оставить. Так что мы будем охотиться, дай бог, на следующий год. Ну все, до встречи.